Друзья, мы вас приветствуем на канале КОИО. И у нас случилось радостное событие. Вчера мы получили смс-очку от компании Терем, в которой сообщалось, что вторая стадия возведения дома закончена и что нам надо ее оплатить, что мы уже и сделали. В общем, а теперь нам надо поехать посмотреть, что там настроили. По идее, там уже накрыта крыша должна быть. И постепенно работы перемещаются вовнутрь дома, в его утепление, в его обшивку изнутри, установка окон, дверей и так далее. В общем, едем уже в пятый раз посмотреть на строительство. Ни одного барбоса нет. Ладно, сейчас прибегу. Иди, барбос. Иди. Взял я тебе. Иди. Раз помощницы нету нашей, будем тебя подкармливать. Иди. Давай чуть отойдем. Ты что, не голодный, что ли? Ну ладно, кушай. Я вижу крышу. Уже даже обшивать начали. Сайдингом уже окна стоят. Оксан, вот сегодня я вижу больше, чем ожидал увидеть. Ребята нагнали мои ожидания. Уже окошечки, крыша накрыта. Уже пол утеплили. Точнее, не утеплили, а этот USB-шечку положили. Как-то так. Вода сразу мерзла в этом. Прям вот овощи. Ну все, вроде плюсы теперь одни пойдут. Да, теперь хоть уже намного веселее. Но снег все равно. Да, снег валит.
пострадала. Все улитки весной разбегутся. Ферма пострадала. Да? Улитки убегут. Что-то на нее уронили. Ну круто, в общем, все круто. Все, началась третья фаза строительства. Вторая закончилась. Ну все, друзья, стройка движется дальше. Мы движемся на работу. И увидимся через 3 дня. Всем пока. Барбос, ты с щенками хоть поделился, нет? Тявкают. Ладно, еще вам в следующий раз привезу.